Опа! СТРВшка, аналиться будут. Марчик, ты это понимаешь, да? Тебе может на ноль укатить или больше отсюда прострел будет? А пока снизу, если чего. Короче, решишь, вот сюда подъезжает у нас бат, два совка, и вот сюда бат. То есть два бата, два совка. Вот сюда пара СТшек, тяжи, сюда поджимаются. Остальные СТ на базе, ломаем дома, дома. ЛП на базе отход. Да, найди просто. Я справа на центр. Мне так, кажется, завтра быстро не могу поворот. Блин, Максимка, ну давай. Чё? Блядь, ёжик, давай балкон, может, попробуешь? Угу. Тебе вот эту перекатку подсветить, Тёма? Конечно, это вообще стандарт. Ты покажешь просто перекатку первоначальную противника. Если есть возможность, конечно, я надо показывать. Бля, прикинь, шаллак такой. Давай, блядь, давай. Он не сломался. Покажи, ой, пожалуйста. ты так грубо, ну, вообще. Там едет какой-то минус, походу. Зашвырни. Это какой-то. Кинул 800. Лазар, этого бата пораньше можно было подсветить. Тебя тут убьют, кстати, если что. Тут плохое место. Можно базу их чекнуть? Меняй позицию. Окей, все, я кинул, короче. Видишь, не перед Саня переводчик спит. Уедь к нему. Не-а. Я могу с плашами его закидать, но это будет долго. Че имеем? Они, короче, как я и понял, из-за СТРВшки, что они будут стоять у на лицо. Много СТ на базе. Есть Мовис. Мовиса не видно было, да? Скорее всего, здесь. Где-то будет. Да нет, он его бы засветил по-любому, Максим. 12 сек и чек вот этого. Он уже мог проехать. Я же говорю. Он тогда еще не доехал до просвета. Ну, он не доехал. 140. Ну, слишком быстро его светили. Сейчас, стараюсь. Что-то по маусу финиш, не? Максим, аккуратно, смотри, да, часто там не мельтеши. Я на 40 сидел. Там артовод он, вот, сука. Вот тот стреляет, да, козлина? Вот это, бля, заебал нахуй. Ой, хорош. 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 Могу потом на маусы, в принципе, перевестись. По маусу, в принципе, можно. В принципе, знаешь, что надо сейчас будет сделать? А 260-му с Е5, а что у нас? Тяжам, короче, надо будет сейчас вот сюда спуститься, будем вот сюда прожимать. Вот здесь он стоял. Просто приготовьтесь вот здесь. На балконе стоят? Да. Домик сломал, короче. Заблондите вот эту вот хрень тогда, балкон. Домик сломал, сразу брюхи полетели, блядь. Это... Ой. Здравствуйте, Александр. А мауса то не... Здравствуйте. Как ваше ничего? Да так, не крашу. Уйди, скорпион, там блондят. Блондят, но я... Так, тише, ждите. Сейчас, короче, мув какой будет? Будем проходить воду и тяжами, и огонь с центра будет, да, от совков. Такая делега. Вот эти двое будут вот этот вот просто просматривать сектор. Как только поймете, что они нас встречают все, вы будете играть уже в двоечка. Вот эта банда, проходите, ТВПшка с отстрела, с воды попробуешь, либо, то есть за нами не вкатываешь, да? Я понял. Банда с центра по воде не едет. Короче, мы по воде заедем сюда просто в два бата сейчас. В два бата нас ТВП отконтрит снизу. Совки просто сверху от зацел, вот эта пачка тяжей, спускайтесь уже. Так, Фулыч, ты готов? 140 в центре, чекай. Давай, подъезжай. Уже засветил, вот здесь стоял, значит. Тяжи засветили, что ли? Да. Бляха-муха. Поехали, фул контакт. Тяжи засветились. Смотри, с плюшечкой тоже аккуратно. Так, сейчас только доезжаем до сейва, сразу разворачиваемся в бата. Вот здесь так вот, хоп. Так, кады. Добьешь. Фен, сейф прострели. А, блядь, ты там сейф должен доехать, да? Кирилл, подъедь ко мне. Я уже подъедь. Держи, прожимайте, да, вот эти ребята, будьте готовы, вам надо вот этот подзабрать, вот вместе с ежиком, втроем сыграть там. На каточке. Кирилл, дай спрятать. Там не проедешь, Фен. Ой, этот Фен, говорю, фу. Никаси. О, хорошего. В кого плюхи вышли? Сзади и пятый выходит. А, не выходит. Это ты совсем добивайте, я контролю. Ладно. Серва этот долупит, короче. По свалам хорошо. Плюшки. Давай, ребят, вот эти накатите вот эти двое. Втроем начинайте там продвигаться. Он надо поджаться уже сюда. Фулыч, давай, поднимаемся. Да, на, видишь, ставки прожимаем. Мы с Фулычем сейчас объедем.
Вон арта. Да, блять, посмотри. Заберу. Бля, маус. Давай, дойду. Совочки в жопку заходите, начинайте там дробить. А, блядь. Саня, вижу. Вон там два шотника. Тебя сейчас базу забирайте их. Ага. Бейте совка, пожалуйста, на базе у них. Я когда я... Просто заберите я базу, вижу, блядь, расстреливайте прям с респай. Нихуя не занимается. Кирилл, да нет, в кадре. О, это ты едешь. Сука, сисём. Хорошо. Полтора сисём. 5 секунд скрыл дом. Ага. Блять, там шотный 140. А, стерва. Не варик. Не видит меня. Надо маус убрать. Я на КД я уже. Сейчас заряжу. Дом ломают, цыки. Ровно по ХП. Все ХП в маусе. Да пиздец, блядь. Они БК выбивают каждым шотом. Вся ХП в маусе, да, эти-то шотные. Потом что? Да я уже зашел. Скорпион бат. Ну красный я приму. Да все уже. Он КД. Забери. А, куда он поехал? Он КД. Да как оно прокинуло? Я без БК, я его не убью. Бат в КД. Кто может строить? Спасибо. Да она там вообще зацелил, бат брат еще светит. Ладно, там вон духу кинут. 907 инзак. Мой дом ломается, а, которого я не так давно уехал. Бат, я его включаю. Я прыгну. И. Ладно, я. Так, Макс, да вы там примите от него плюху, то забери. Я уже от КДшился тоже. Как он видишь от борта? Ничего. Ну можно и не пробить его. Так ты выйди, поставь его 90 градусов. Одна пулька у меня, одна пулька. А, ну. А ты выйди и поставь все равно. Слабо? Одной пулькой поставить и убить. Ну ты чё, он бат-то новенький, он пока не знает такого дзена мощного. А, он сегодня не забыл поставить, да? Красавчики. Саня, а плюха в тебя зашла, да? Вот это я базу захватил, вообще красава. О, Берунгер. 9-2 на меня кинул. И плюху ещё зашвырнули, сволочь.